Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас будет видео о покупочках из магазина FixPrice. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Итак, начнем. Первое, что я вам покажу. Первое, что я вам покажу, это вот такая вот декоративная сетка. Я ее купила для того, чтобы задекорировать свою вазу, которая у меня находится на кухне. Она оранжевого цвета, так же, как и моя кухня. Просто всегда хотелось что-то в эту вазу добавить, потому что у меня там стоит одна веточка орхидеи, и этого недостаточно. Обязательно вам ставлю видео, как у меня это получилось, либо фото. Сетка, в принципе, такая хорошего качества, плотная. Здесь у нас размер. Сколько у нас размер? 48 на 150. Вот, посмотрим. Стоила она на наши деньги 2 белорусских рубля. Дальше. Покупки для сынули. Купили вот такую вот книжку-шнуровку. Это хорошо для мелкой моторики развития. Тут вот начали немножко шнуровать. Здесь, получается, идут картинки такие засветленные. И есть картинки, которые нужно выдавливать и соединять вместе вот с этими засветленными. В принципе, хорошая книжка, стоила также 2 белорусских рубля. Здесь помимо рисунков есть также и небольшие четверостишки. Можно почитать, то есть, в принципе, интересно. Мы начали уже с Сашей делать автобусик, ему понравилось, будем дальше развивать. Вообще, в FixPrice очень много детских различных пособий, книжечек развивающих с наклейками, то есть, я вообще очень довольна, что у нас открылся FixPrice в Беларуси. Следующая покупка для Саши – это вот такой вот магнитный алфавит. У нас есть магнитная доска. И, в принципе, вот буковки будем потихонечку учить. Мы уже знаем А, Б и еще знаем П, папа. Вот. 3 буквы уже знаем. Ну, будем потихоньку учить, ему интересно. Они хорошо крепятся, вообще классные буквы. Также стоили 2 белорусских рубля. И еще одна покупка. Она уже стоила 3 белорусских рубля. Это мягкий развивающий коврик пазл. Я вообще его взяла, увидела я его на канале Тори Петрова у Викули. Привет тебе. Взяла его не в качестве коврика использовать, а в качестве именно вот пазла. Собирать, разбирать тоже хорошо тренирует моторику, тем более, что пазлы мы любим собирать. А сейчас немножко пошуршу. А здесь различные такие картинки, которые нужно собирать. И я думаю, это очень даже хорошо. Вот барабан. Здесь, ой, здесь вот тюлень такой. Дальше что у нас? Вот домик. Все. Присутствует немного запах, но я думаю, он выветрится. Вот все вот так вот разбирается легко. Мягкий будет легко собирать. Вот тут у нас что у нас еще? Слоненок. Шляпа волшебника или... Но я думаю, больше всего нас заинтересуют животные, потому что мы любим всех зверюшек рассматривать и складывать. Ну, тоже хорошая вещь, стоит 3 белорусских рубля, очень даже ничего. Так, дальше. Дальше я купила вот такую вот рамку. Я ее уже открывала, потому что хотела посмотреть. Значит, стоила она также 3 белорусских рубля. Вот здесь ценник, российские ценники. Очень удобно. То, что стоит, я уже повторюсь, наверное, в прошлом видео я говорила, то, что стоит 55 в России, у нас это стоит 2 рубля. 77 рублей российских у нас 2,5. 99 это 3. Но это такие основные цены. Да, там есть маленькие соки, сладости, еда 30 копеек, 65 копеек. То есть разные цены, разная ценовая категория, смотря что вы захотите. Ну ладно, вернемся к нашим рамкам. Значит, вот такая вот рамочка. Она пластиковая, на 2 фотографии. Ее можно как ставить. Также вот здесь предусмотрены крючочки, можно повесить на стену. Я хочу убрать все свои...
скажем так, финтифлюшки, всю эту мелочевку, фигурки со своей стенки, с полочек, и поставить фотографии в рамочках. И когда это сделаю, обязательно вам покажу, возможно, в этом видео вставлю, как это смотрится. Рамка неплохая, значит, здесь две фотографии, посмотрим. В принципе, кстати, она такая увесистая, нелегкая, пластик плотный. И еще одну рамочку я взяла. Она также стоит 3 белорусских рубля. Это вот такая вот рамочка. Хочу сюда Сашину фотографию поставить. Очень миленький медвежонок. Там были просто белые рамки детские, без медвежат. Были с медвежатами, были квадратные, круглые. То есть, кстати, рамок тоже большой выбор. Очень. Я, видно, наверное, попала именно на привоз, потому что много товаров, много выкладывали товаров, большое разнообразие. Первый раз, когда я ходила в фикс-прайс, такого разнообразия не было. Вот такая вот рамочка, она просто ставится. Вот. Миленькая, здесь такие штучки отодвигаются, и туда вставляете фотографию. Классная рамка, мне понравилась, тоже ее поставлю на полочку. Вот. И последняя покупка. Очередной раз я взяла вот такие вот макарошки. Стоили они рубль 400 грамм, из твердых сортов пшеницы, группа А. Классные макароны, мы уже брали. В прошлый раз я брала перья, а на этот раз спиральки. Хорошие, не развариваются, то есть отличные макароны. Не вижу разницы с теми, которые продают в наших магазинах. Единственное, что разница в цене. Вот, поэтому смело можно брать. Вот такие вот небольшие покупки я совершила в магазине Fix Price. Надеюсь, вам было интересно это видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Давайте дружить. И всем до новых встреч. Пока-пока.